Член жюри фестиваля, народная артистка Российской Федерации Татьяна Догилева и гость фестиваля, народная артистка Российской Федерации, лауреат государственной премии СССР Евгения Симонова. Внимание на экран, друзья. Певщики нужны или нет? Ну, нужны. Кстати, а зачем тебе кельи, если ты в армию ходишь? Затем и нужны, чтобы про них в армии вспоминать. Когда я смотрю на небо, я летаю. А мы никуда не поедем. А она тебе кто? Ну что, не понял, что ли? Ну, мама. Чья мама? Его, что ли? Она моя мама. А его мама я. Решили, жюри единогласно решило дать приз за лучшую женскую роль молодой актрисе Аглае Шиловской. Фильм «Кеды. Россия». Режиссер-постановщик Сергей Соловьев по рассказу Андрея Геласимова «Парадис Фаунд». За неподражаемую естественность. Вот так. На сцену приглашается сопродюсер фильма Екатерина Бестужева. Продолжает звучать аплодисменты в зале. Это так замечательно, правда? Аглая Шиловская очень молодая актриса. Я не знаю, есть ли у нее уже призы, потому что она достаточно известная, у нее такой резкий, яркий старт. Но передайте ей, пожалуйста, что мы желаем, чтобы это был первый, но не последний приз, и чтобы у нее впереди еще было много-много замечательных и важных призов. Здравствуйте. Я хочу сказать, во-первых, спасибо. Я хочу сказать спасибо от лица Аглаи, конечно. Вот, от своего лица. Спасибо, что я здесь. Это неожиданно, очень приятно. Я просто только вчера вечером узнала, мне позвонил Сергей Александрович. Я говорю, Катя, ты можешь поехать, потому что я очень хочу, я люблю Гатчину, но ты, мол, там никогда не была. Зато посмотришь. Вот, я приехала, и правда, это удивительное, удивительной красоты место. Я сегодня ходила по парку, и вот, наверное, не знаю, конечно, не как Лора, но тоже я смотрела и думала, боже, спасибо тебе, какой красивый мир, удивительный. Вот, так что спасибо вам большое. Хорошо, спасибо. Передайте наши поздравления актрисе Татьяне Евгеньевне. Я прошу не уходить, потому что сейчас из ваших рук, да, это будет очень приятно получить приз за лучшую мужскую роль. Внимание на экран, друзья. Послушай, то, что было в прошлом, того нет и никогда не было. Забыли. Она действительно исполняет желание. Она исполнит их так, что ты пожалеешь. Вам необходимо проехать с нами. Значит, приз жюри за лучшую мужскую роль Бахадуру Миралибекову, фильм «Сон обезьяны», Таджикистан, режиссер-постановщик Руми Шаазимов по рассказу Уильяма Джейкобса «Обезьянья лапка» за психологизм при создании роли в жанровом фильме. Очень приятно мне вручать
приз за лучшую мужскую роль этому замечательному молодому режиссеру. Мы также единогласно вышли из фильма и сказали, что они все там замечательно играют. И, конечно, это заслуга не только артистов, но и режиссера. И вот стоит такой молодой красавец, запомните его имя, мне кажется, у него большое будущее. И передай, пожалуйста, победителю большие наши поздравления и восхищения, и также всем твоим артистам, которые у тебя снимались, ты прекрасно с ними поработал. Вот Женя тоже хочет сказать. Я хочу сказать только еще раз. Подтвердить, что иногда артистам кажется, что они сами по себе хорошо играют. Артисты никогда сами по себе, даже очень талантливые, хорошо не играют. Это всегда заслуга режиссера, поэтому приз за актерскую работу – это всегда приз режиссеру, безусловно. Спасибо большое, мне безумно приятно. Ух ты. Да, скажу я сейчас. Дело в том, что приятно вдвойне, потому что две недели назад только я получал за вот Бахудыр Мирнабеков получил приз как лучший актер Центральной Азии за роль в этой картине на кинопремии «Акылбыр» в Бишкеке. И мне безумно приятно, что такое авторитетное жюри и в таком месте литература и кино и получаю такую престижную награду актеру. Спасибо вам огромное за все. Спасибо организаторам, что пригласили. И спасибо за теплый прием, за показ экскурсии города. Я впервые в Санкт-Петербурге и впервые в Гатчине. Поэтому спасибо всем. Руми Шаазимов. Огромное спасибо, вот, Ангелина Михайловна, стоило вам сказать до скорой встречи, и Руми Шаазимов, да, практически моментально появился на сцене.